Кать, ну хорошо очень начали сегодня, потом во второй четверти удалось на 3 мяча оторваться. В итоге все-таки что не получилось? Ну, в концовке, я думаю, немного торопились, началась какая-то суета, и как бы они, я не скажу, что они нас переиграли, просто мы ошибались, а они нас наказывали за наши ошибки. Со сборной Голландии тоже напряженный был матч в Эйндховене. Вот можете сравнить их готовность тогда и сейчас? Ну, я думаю, что сейчас, на данный момент, мы готовы лучше, просто немножко не повезло. А голландки? Ну, я думаю, что там было потяжелее играть, нежели сейчас. Три матча осталось. Цель – 3 победы в оставшихся играх? Или все-таки главная цель – подготовиться к Триесту? Ну, конечно, мы как бы готовимся, чтобы побеждать, но главное на данный момент у нас стоит – это подготовка к Триесту, наиграть что-то новое, вот, чтобы там их всех удивить. Мы на все карты сейчас не раскрываем, просто свои. Спасибо, Катя, удачи. Спасибо.